В достаточно отдаленном микрорайоне Магадана Марчикан в прошедшую субботу открыли новую спортивную площадку с искусственным покрытием. Для дворовых мальчишек и девчонок это событие стало настоящим праздником. Пришло и немало родителей. 14-летняя Надежда, проживающая в соседнем доме, занимается спортом ОФП, как и многие другие. Девушка рассказала вечернему Магадану о своих впечатлениях. Я очень рада, что здесь могут дети поиграть в футбол, но это сделали перед зимой, когда уже снег выпадет, и потом уже никак не поиграть. Еще бы лучше было бы здесь еще поставили игровую площадку, чтобы дети могли кататься, не только футбольное поле, потому что зимой здесь в футбол не поиграешь, а зимой можно хотя бы покататься на качелях. Еще одна пришедшая на открытие спортплощадки девушка, Софья, тоже живет неподалеку. Юная спортсменка отметила, что теперь им станет проще и удобнее достигать новых результатов. Да, это поможет занятиям, так как здесь могут проводиться различные мероприятия, тренировки могут проводиться. Открытие новой спортивной площадки вечернему Магадану прокомментировал депутат Магаданской городской думы Виктор Баринов. Территориально микрорайон Марчикан – это его депутатский округ. И создание новой спортплощадки народный избранник держал на контроле все время строительства. Этим летом, несмотря на возникшие в процессе инженерные сложности, нам все-таки удалось построить новую современную спортивную площадку на территории детского клуба «Чайка». Поле с искусственным покрытием и с ограждением появилось на месте полуразрушенной, устаревшей морально и физически детской площадки. Конечно, стоило бы поблагодарить и главу муниципального образования за личную поддержку в этом вопросе. Я доволен тем, что теперь на этой площадке смогут заниматься не только воспитанники детского клуба, но и жители всего микрорайона. Педагог-организатор детско-юношеского центра Андрей Никитин приложил максимум усилий, чтобы пришедшие на праздник дети микрорайона не скучали. Ребята организовали различные команды, которые приняли участие в разнообразных играх и шуточных состязаниях. Погода была как нельзя кстати этому дворовому празднику. Светило солнышко и ветра почти не было, несмотря на близость моря. Ну вы знаете, у нас, в общем-то, эта площадка, она была возведена просто какое-то чудо на самом деле. Вы видите, сколько детей пришло. Да и родители приняли участие, даже изъявили, инициировали вот оформление, да, вот эти шарики воздушные. Ну, потому что людям действительно комфортно. И здесь и дети радуются. Вы видите, очень много детей. Они с большим удовольствием здесь. До этого здесь была ужасно, на самом деле. Уже, скажем так, видавшая виды коробка. В общем-то, она была абсолютно никак не заасфальтирована, ничего. Просто вот камни. И, ну, как бы дети все равно играли, потому что деваться-то некуда было. Все равно играли как бы на ней. И вот мэрия города Магадана конкретно городской спорткомитет в рамках программы развития спорта в городе вот оказали содействие, скажем так, не оказали, а может быть, профинансировали эту строительство этой замечательной площадки, этого сооружения. Конкретно занималась этим компания Master Fiber. Мы очень благодарны мэрии и непосредственно компании строителю за это замечательное чудо, которое вот сейчас имеем. К финалу акции ребята сыграли в футбол, а после дружеского матча организаторы и участники сделали на память совместное фото.